Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и у нас тут уже кто-то едет. А, господи, как же все в этой игре вот начинается, а? Ну, взрывайся давай. А, только начинаешь серию, и сразу кто-нибудь едет. Так, ну и, собственно, мы продолжаем гонять Far Cry 4. И я немного уже отдыхал от серии, пока там, собственно, выкладывал предзаписанные мною. Что у нас тут по деньгам? По деньгам нормально. Синие листочки. Ну и, собственно, и я успел посмотреть некоторые видео Шуса. То есть на задание Реджи и Йоги мы пока что не пойдем, потому что я знаю, что там будет. Мне интересно сейчас пойти, потому что будет, в общем-то, неожиданностью для нас. Так, что у нас есть-то вообще? О, у нас есть целых 2 очка. Так, нужно 4. Нужно 4. Так, с радиовышки. Грузовая станция кирпичной фабрики. Значит, мы сейчас пойдем к Хёрку. По пути, наверное, захватим аванпост. Ну и, как обычно, скорее всего, не дойдем в этой серии до Хёрка. Ну, что поделать. О, хилка. Вижу хилку. Заложник, да? Вот и все. Пустил кровь, да? Господи, на каждом шагу тут что-то происходит. Помогите! Это ужасно! Помогите! Хреновый сегодня день! Тихо! Так, блин, слышь ты! Валяй отсюда! Не? Я с тобой не поговорил. Посиди! Умоляю! О, слушай, тигра! Тут у меня конец! Теперь я пошел! Ну ладно! О, висел он тарантас. Ну, поехали. Блин, ну как машинку-то заносит, а? Все, что ли, встали, да? Нормально. Едем, едем. Так, травка. Окей. Слоник, ну иди сюда, слоник. Пошли. Пошли ломать аванпост. Слон, стоять. А, блин. Наконец-то. Вот так, влетим туда на слоне. Давай, слоник! Мочи его! Где еще? Честь.
Да блин. Как-то пушку мотал слишком. Они так офигели, что тревогу даже не подняли. Постой тут. Так, где у нас что можно покрасить? О, ящик. Так, на самом деле мне надо бы вот это вот. Так, продаться. Естественно, закупиться. Селение наемников. Так, что-нибудь новое-то у нас открылось тут? ФАМАС не открылся, не открылось. ПКМ нафиг мне не нужен. СВДХ. Блин, может это взять? Более скорострельное, но менее точное. Так, там у нас модернизация. О, винтовка Барда. Улучшенный прицел с большой степенью увеличения. О, нет, нет. О, блин, у меня 14 тысяч, оказывается, всего-то есть. Значит, пускай эта пушка стоит у нас. Только как на 12,7 они запихнули глушак, я не знаю. Это немного хреново. Кого-то задавили. Так, ладно. Ой. Двигаем, значит, сюда, потом сюда. Тут у нас кто-то такой валяется трупом. Собаки! Господи, мелкие шавки. Кстати, они нам нужны, по-моему, были, видимо. Ой, не так много. Все, я уж все забыл, ребят. Так, нам нужны дикие собаки. Угу. Целых 3 штуки. Да блин. До 7 гранат, 7 метательных ножей. Еще что-то. Бенгальский тигр нужен теперь. А, они завалили птичку. Птичку жалко. Прыжок. И полетели. Конечно, недалеко улетели. Блин! Аджай! Лети! Добрый день. Свиняшки мне не нужны. Да! Кто? Тигра! Ой, лиса! Блин, звери тут вообще офигели. Так, что у нас тут есть-то? Добро пожаловать, дамы и господа. Позвольте поприветствовать вас в вашем новом доме. Наши бордели — это место, где рождается удовольствие и сбывается фантазии. Берите все, что вам нужно. Мои люди с радостью предоставят вам любой эликсир.
Помните, особо отличившимся будут вознаграждены в зале удовольствия или чертоги экстаза. Нур. Окей, мне уже стало, значит, интересно пробраться в крепость Нур. И судя по машине, вообще тут должны быть красные. Да. Вот видите, впрямь был бордель. О, закрыто. Хилка. Берегись, орел! Это безумие! Я сваливаю, если потеряю товар. Куда побежала? О, о, надо же, вы завалили орла! Да, вы круты. Сейчас тут все есть. Не полетели. Ну блин, ну Аджай! Лети! Не хочешь лететь. Странно, вот иногда то он летает сам по себе, то вот сейчас его просто не заставишь полететь на крыле. Не попал. Черт, значит, это у курьера. Берегитесь, строго запрещено изготавливать алкоголь без моего разрешения. Это не территория Деплера. Я не потерплю себя подпольного производства алкоголя. Любой, кто улечит в незаконном производстве или распространении алкоголя, отправится в Шанат. Тому популярно объяснят, почему со мной шутки плохи. Нур. Интересно, это женщина или же мужчина? Внутри нас зрачки расширяются прежде момента смерти, и душа может сбежать. Я уже замыкаю веки, посылая души к тебе, Ялунг. А я же замыкаю веки. Молюсь, да найдет их, да найдешь их достойными, козел. Так, судя по звуку, маска где-то рядом. Так, и куда же, интересно, присобачили? О, плакат. Тут у нас масок явно нету. Так, она у нас где-то в помещении. Нет. Ха. То есть мы по тому попали, что? Что ли все-таки? Блин, киса! Какого хрена? А как это называется? Так. Это у нас
просто люстра, ясно. Так, ну блин, ну куда он спихнул маску-то? Нет? Блин, я надеялся. Блин, какой-то я, видимо, сегодня слепой, ребят. Ау, что такое? Что меня ударило? Даже, ну, мы же ведь слышим даже. Потому что все-таки он где-то снаружи дома и прикрепил. Блин, она ведь просто-напросто рядом с нами где-то. Ох, наверное, к черту ее на. Надо идти дальше, все-таки выполнять серию. Точнее, записывать серию. Выполнить задание. Ну да, где-то вот в этой стороне находится. А, вот ну ты, скотина, где лежишь. Вот и славно, нашли ее. О, то есть, хотите сказать, я все-таки курьера убил. Камер тут толпа мертвецов валяется. Так, ладно, идем наверх. Очередная башня. Что? Что это мне показали в ту сторону? Ты понимаешь, тут у нас никого нету, да? Ну и отлично. Заводим на фотографии. Так-с. Очередной плакат к черту. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии.
это мне дали. Опа, за то, что я выстрелил замок. Отпускные армии короля нужно повиноваться немедленно. Отказ от повиновения повлечет суровые последствия. Да зарит вас свет, Фрейгана. Так, где у нас подъем-то? А, вот. Так, теперь нам сюда. Сюда. И сюда, я сказал. Отжай. И синхронизация. Вот он даже что-то готовит. Что-то варит. Такс. Ну? Хёрк. Пойдемте спросим, что нужно Хёрку. Джеронимо! Эх, хорошо летим. Но только дерево не врезаться. Так, парашют. Так, что у нас там по... Ой, не так, кнопка 5. По навыкам. 4 штуки. Отлично. Либо быстрая перезарядка, либо убийство тяжело бойца. Ну, у нас и так есть пока что... Вещь, с которой мы их убиваем, так что быстрая перезарядка. Ну это все так же медленно перезаряжает. Я надеялся на более быстрое. Так, что у нас там? Еще одна радиостанция. Ну ладно, это будет потом. Это все потом. Так, хилки есть. Броника, конечно, нет, но он нам как-то и не нужен. Обычно. Итак, это Аджай. И? Гейл. Хёрк, это я. Чего тебе? Я пошел за другой статуей, и меня едва не поймали. Ну, то есть как? Меня а, не рубится, это не Майнкрафт. Вытащи меня отсюда, чувак, я в плену. А как ты вышел на связь? Бонго второй. Да, я снабдил его радио. Радио обезьяна, оставайтесь с нами. Слезно просим. Отбой засекли. Такой долбоеб. Зов природы. Найти Хёрка. Ну что ж, пойдемте его найдем. О, господи, снабдил статуэтку радио. Какая-то чернавская мастерская, по-моему. Так, я надеюсь, тут не будет такого задания, что надо пройти по-тихому, бла-бла-бла. Освободите Хёрка. А, вот враг. Вот враг. Что, только два врага, что ли? Взял, залез к нему, главное. Три врага.
Ой, кто же это делает? Вперед, хватайте за яйца. Чего? Чёрт, какую-то фигню несет. У меня круче лук. Так, где-то еще один должен быть. А, во. Серьезно? Твою мать, а! Крыло! Я только на нее хотел запрыгнуть. Как в Стиксе сделать такое убийство сверху, с падения. Господи, я думал, сейчас он полетит. Я уж боюсь зажимать этот shift. Ну и как мне его освободить? А? Ну, Херб, вставай. Перебейте оставшихся врагов. Еще и враги остались. Где враги? Например, вот не вижу. Собачку разделали. Так, где враги-то вообще? Стране, где? Ну, покажите мне их. Блин. Наверху, что ли? О, спускайся давай. За королями из тебя фарш сделаю. Быстрее! Анджай тут! Он тут! Пополам разрублю! А вот и не угадали. Я тебе... Анджай тут! На! Какая идея? Ты мне теперь тату, братан. Знаешь, мне жаль обезьянок, но эти тупицы и другим зверюшкам вредят. Ты хочешь спасти что всех животных? Братан? Нет, только слона. Он заметный. Ну, к тому же, один спасенный слон засчитывается за многих мелких парей. Ну, ты всех убьешь, а я освобожу слона. Кстати, я заметил, ребят, если мы... Ну, пали давай! Я заметил то, что если собираешь вот эти вот зеленые листы, и у тебя полные хилки, то потом при использовании хилок они, похоже, у тебя, ну, засчитываются. То есть они лежат в инвентаре, а потом потом собираются, что очень даже классно. Где? Промазал. Блин, дерево! Это все, это было подкрепление. Мы с тобой залезаем на Джамбо второго и сваливаем отсюда, размахивая пушками, как ковбой. Джамбо второго? Нет, про Джамбо первого мы говорить не будем.
Надеюсь, он сейчас в лучшем цирке. Кто? Забудь! Давай! Я веду, ты палишь! Тату, братаны, навсегда! Порвем их! Давай! Я готов. Сейчас, погоди. Ящик. Йоу, брат, двери открываются! А, спасибо, чувак! Будь другом, помоги, а? А? Вот так. Так, знаешь что, хватит с меня. Все норм. Убери бороду с моей шеи. Чувак, у этого слона на спине две жопы и четыре яйца, а ты так из-за одного члена разорался. Что, твой член меня не волнует. Я управляю слоном. Борода колется, не тычай в меня. Извини, чувак, а с членом тебе нормально, да? Его убери. Не вопрос. О, господи. Я думал, ты поведешь. Планы изменились. Ты ведешь, ты палишь, а я тебя вдохновляю. Сзади, кстати говоря, тоже ничего. Есть свой кайф. Че-то не то сейчас сказал. Извини, если что. Братан. Классная вещь все-таки. Пушечное мясо впереди! На таран! Улетел. Без патронов не от веселья! Да-да-да, я могу слить с клана, нет? Блин. Так, нам надо двигаться. По какой дороге вообще? А, вот, ясно. Привет. Куда мы едем? Вперед, наверное. Наверное? Чувак, это гипотеза. Ты физику в школе учил? Ох, черт, блин, какой ж ты долбанутый, а? Еще враги, братан! Где? А, намек на то, что мне надо вот так идти, я. Ладно, слоник, а если не боишься огня? Жаль короля Мино! Да ты что, слон? Охренеть просто! У них эти свистящие штуки! Воу, блин! Да это миномет и Кёрка! Используй их с толком, брателло! Слон атакует! Да, слон атакует! Можно я слезу? Нельзя. Чёрт, нам куда? Серьезно? Наверх, в гору! Статуя где-то там, в пещере! Я думал, мы за статуями не гоняемся больше. Он, носорог за нас! Офигели! По моему слонику стрелять. Так, куда нам дальше-то? А, перебить оставшихся врагов, ясно. Мимо. Хэдшот! Веронима!
Черт, прям на жопу приземлился. Выживешь. Откуда тебе знать? Ты что, врач? Ты эксперт по вопросам выживания после падения со слона прямо на задницу? Да хрен там. А, так, надо пройтись. Черт, как же мне плохо-то. Ух, так, ну, вроде получше. Может, ты и прав, может, и выживу еще. Да, вроде я живой. Все типа в порядке. Извини, был напуган. Идиот. Я за статуей, а тебе со всем этим дерьмом разбираться. Каким дерьмом еще? Последний бой. Убейте всех. Кто еще? Блин, последний выстрел. Сорок в атаку! Кто? Кто? Блин, я ни хрена не вижу из-за этого дыма. Да, он сам загорелся. По-моему, они там сдохнут так. О, может со слоник спуститься, окей. Да, видите, он восстанавливает там все-таки хилки, так что... Очень даже сложно. Так, мне нужны патроны. Привет! Слоник! Да ты офигел, я смотрю. Ау! Он внизу! Не успеешь! Бежим! Бежим! Охренеть, нас нам на старт помогает, а? Хорошая пушка, на самом деле, у нас. Так, тут у нас где-то есть барабан. Конечно, возможно, он наверху находится. Да, скорее всего. Дай угадай, нету. Эй, соусом не хочешь приправить? У нас тут охрененная банья старого доброго соуса. Ты с обезьянами разобрался? Ну, ты знаешь, со слонами у меня все ништяк. Но вот обезьяны, похоже, им нужно чутка больше внимания. Обезьяны, они прям умные. Ну, никто же не снимает планету слонов, или Джамба Конга, или там царя слонов. Все сплошь про обезьян. В общем, как найдется последняя статуя, тут я им и устрою. Тату, братья, два, возвращение Хёрка. Окей? Да. Я знал, что ты со мной. Вместе навсегда. Родственные души, да? А, господи, как Аджео выносит. Так, что у нас тут есть интересного?
Смотрел, у нас краски вышка есть. И полетели. О, уровень кармы поднялся. Так, там у нас где-то есть торгаш. Блин, торгаш у нас наверху, что ли? Миша! Трава я для такой херни. Может, в нем и кровь Махана Гейла, но течет она, как у всех людей. Да. Лови! На 1000. Так, где у нас там винтовка наша? Лучше на прицел поставим. А, то есть на нем все используется. Слушайте, классно. Это классно. Спасибо. Надеюсь, мы еще встретимся. Где орел? Ясно. Подбил. Ай, да ну тебе нафиг. Ну-ка. Ну, тоже не особо приближает, конечно. Ну, хоть патронов побольше бери. Медведь лютует где-то. Да ну их нафиг, эти задания кармы. Кто такой стреляет тут? У нас есть снайперы, что ли? Постой, 150 в плакатах. А, по-моему, я это зря сделал. Ну ладно. Слышь, медоед! Медоед! Долбанутый зверек. Кто тут шипит, а? Шипишь, спрашивай. Объявление от Министерства внутренних дел. О, господи, опять. Патрули армии короля. Уступайте в дорогу и не делайте резкие движения и приближения. Всем приказам от патрулей армии короля нужно повиноваться немедленно. Чё ты шипишь, а? Чё ты шипишь? Чё ты, змея? С ними даже ничего сделать нельзя. Эх, а жалко, со змеями ничего сделать нельзя.
Кстати, заметьте, ребят, на каждой вышке есть орел. И на каждой вышке у Ubisoft есть орел в Assassin's Creed. Ой, пал. Объявление Министерства национальной безопасности. Сообщение для Золотого пути. Зачем продолжать бессмысленную борьбу? Вы только теряете жизни ваших людей. Дай, и убийства прекращаются. Прекратите агрессию, и Пэган приведет Керамера в новую эру. Все горит. Что там? У кого осторожно? А, опять орел. Так, куда теперь? И сюда. А, нет, все-таки сюда. Тихо, тихо. Черная синхронизация. Склад Саню тренируется. Руины. Ну что же, много интересных новых мест, ребят. Посмотрим, куда пойдем уж в следующий раз, но... Зарубил пропаганду! Настоящий герой! Это будет уже в следующий раз, ребят. Ну а пока что с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите, друзья, комментируйте видео и делайте добрые дела. Ну а мы с вами увидимся уже в следующий раз. Всем пока, до новых серий и до новых прыгов, ребят. Удачи вам!